А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, выяснила съемочная группа РЕН-ТВ. Ну что нового в жизни? Что происходит? Я устроился на работу в бар. Спустя 35 лет мы встретились с однокурсниками. Ко мне приехала подруга одноклассница из Забайкалья. Ребенок начал говорить клубника. Сегодня буквально защитил диплом. 20 июня в городском парке мы готовимся отправиться на День отца. Поесть купили. У меня болит горло. Уезжаю в Адлер. Дай горячую воду. Моя дочка поступила в лицей. Я собираюсь перейти в другую школу. Ну, я купил вот новые две книги. Платье выпускное купила. Купила себе шляпку.